Невероятный бой, спасибо тебе. Поздравляю с победой. Как ощущения? Мы к этой победе долго шли. У нас был долгий тренировочный процесс. Проходили сборы, лагерь. Ездили, спарринговались везде в разные клубы. Так что трудов приложено много. И они оправданы. Да, согласна. Так. Мы очень давно не видели тебя на ринге, где ты пропадал. Мы брали небольшую паузу для того, чтобы разобрать какие-то свои проблемы, ошибки, проработать их. Еще раз говорю, то, что был долгий тренировочный процесс, исключая некоторые ошибки. Много работали, и вот этот большой промежуток, вот эта большая пауза заняла именно полноценными тренировками, без исключения всех ошибок, чтобы в дальнейшем работать, показать красивый бой, быть без травм и приложить максимальные усилия. Бой действительно красивый. У тебя был спорный поединок с Юрием Кузьминым, который сегодня бьется в соглавном поединке турнира в бою с Василием Масленниковым, который сегодня возглавлял турнир Emerald Fight 5. Ты проиграл из-за рассечения уже на первых секундах. Собираешься ли ты требовать реванш с кем-то из них? Конечно, у меня непоставленные точки есть с Юрой, и с Васей мы до конца бой свой не провели. И в дальнейшем я надеюсь, то, что промоушен даст мне возможность встретиться с ребятами еще раз и довести дело до конца, чтобы с Юрием это было уже точно поставленная точка, без всяких спорных решений и вопросов, и с Васей обратно же провести достойный и красивый бой. Спасибо, спасибо за интервью.